Ребята, всем привет! Я сейчас в университете. Кстати, вот так вот выглядит наш туалет на первом этаже. Но я спустилась на первый этаж, чтобы пообедать. Взяла себе картошку, индейку, типа как мясо по-французски, и тарт с малиной. Очень вкусно. Получила сейчас заказик Faberlic. Давайте вам покажу, что я заказала в этот раз. Здесь, конечно же, журнал. Вот. Дальше идут таблетки для посудомойки. Заказала себе две упаковки вот таких вот матирующих салфеток. На лето это просто прям находочка, обратите на них внимание. Они классно справляются с жирным блеском, лучше даже, чем пудра. Так что обязательно приобретите себе на лето. Я заказала на море, ну и в принципе тоже на все лето. Так, дальше тут дезодорант. Не обращайте внимания на мои ноготочки, им уже почти 2 месяца. Скоро пойду на маникюр. Записалась в салон на маникюр. Перед морем решила, что схожу в салон. Дальше это зубная паста. Еще одна зубная паста. Как-то мы всегда заказываем много сразу зубную пасту. Так, что тут еще? Еще один дезодорант, только это уже мужской, если я не ошибаюсь. А, нет, тоже женский. Тоже женский. Вот такие вот таблетки. Биокапсулы для стирки, пятновыводитель. И взяла себе еще нижнее белье, бюстгальтер белый и трусы. Вот такие вот. Слушайте, что-то в этот раз я заказала слишком высокие. Выглядят они супер огромные, но на самом деле не такие уж они большие. Просто за счет того, что они прям супер высокие, до пупка, даже пупок закрывают, кажется, что они такие прям парашюты. В общем, в белом и в бежевом цвете. Это вообще какой-то капец. У нас такой ливень. Я сейчас протужу свою обувь. Просто все плывет. Я просто иду, как будто бы в болоте. Просто капец. Интересно, они мне расклеятся от того, что они настолько промокли. Или нет, у меня прям внутри вода. Сегодня решила приготовить очень вкусный пирог с вишней. Здесь получается песочное тесто и вишня с сахаром. Получилось реально офигенно. Приехали сейчас на очень интересное мероприятие. Будем с мамой... Мастер-класс! Да, мастер-класс. Будем создавать букеты своими ручками. Сейчас нужно дойти. У нас просто офигенная погода, столько людей. Я, честно говоря, думала, что будет попрохладнее немножко, одела джинсы белые, но прям реально жарко. Сейчас еще зайдем в магазинчик какой-нибудь, возьмем водичку, потому что без воды туго. И от галереи, получается, буквально минут 15 нужно пройти пешком. Вот какие тут пиончики красивые. Какая красота. Somewhere deep in my mind, see the barbed wire. А вот это визуально ножичками такая, какого что лучше сочетать? Вот эти, да? Мох, ну тот, который. Мох? Ну, елочка. Вот эти. Ну, ее можно с другими розами тоже будет хорошо. Угу. То есть она будет сочетаться. Вот, кстати, надо попробовать с орнитогалом. Какой? Орнитогалом будет хорошо сочетаться с пионовидной розой. Вот. Вот, можно ее. Это я с умным лицом пытаюсь собрать красивый букет. И мне кажется, что у меня очень даже получается. Как вам мой букетик? Вот. Я за беленькую. Да, вот белая. Она очень похожа на крафт, потому что она матовая. Вот. Если кому-то хочется тоже еще и нейтральную. Есть вот такая. У тебя он попышнее, по объемнее получился. Больше воздуха. Красивый букет вообще. Просто вообще. Мне прям захотелось хризантемку. Я люблю хризантемку. Я только об этом узнала сейчас. Ой, боже, смотрите, какая красота. Букетик. Диплом. Ну, красота. Вообще. А, держи. Значит, смотрите. С пакет. Положили в пакет, но я говорю, цветочки мнутся так. Я в пакет ничего не клала. Подожди, сейчас я тебе помогу. Несу в руке. Нам еще дали такого диплом. Ну, маме мне.
Ну красота, ну скажите же красота, ну смотрите какая красота, ну красотки, цветы красивые, ну вообще огонь. Нам очень понравилось, очень интересно. Тут разные вообще мастер-классы, там мишек можно раскрашивать. Мне очень понравился мастер-класс, мы выбирали между цветами и клубника в шоколаде. Мне кажется, это тоже очень да, классно. Да, клубника в шоколаде. Коробках там такие. Пойдем сюда. Клубнички, типа букеты из клубники. Но клубника плюс-минус, нажимай, вот, вот, клубочку. Открывай дверь. Клубника плюс-минус у всех одинаково получится, а букеты... Ты же там клубнику тоже в шоколаде делаешь, она... Ну, возможно, не знаю. Во-первых, шоколад разный, во-первых, ты можешь украсить, посыпки. Но букеты вообще у всех получились разные. То есть, смотрите, у меня, видите, такое все розовенько-зелененькое. У мамы еще беленькую она добавила, хризантемку. Некоторые добавляли там такие колючие цветочки, кто-то подожди, делал просто... У меня еще фисташка. А, у тебя еще фисташка. Вот эта вот веточка, вот эта фисташка, кстати, так пахнет вообще, бля. Кто-то делал полностью белый букет. В общем, на самом деле, разные варианты были. И у всех красиво букетики. Идем счастливы, довольны. Домой. Я не знаю, как это называется. Ну, короче, сметана, яйца, 2 ложки муки и сахар. Что это, как это называется, я не знаю. Выглядит, конечно, очень. Я уже тут. Режем петельки. Мне кажется, конечно. Прям песочный. Где смотрим? Ну, конечно, песочный. Вероника передержала. Кстати, детство песочное. Ничего не передержала. Лика забыла про него. Ну, блин, часа. Да, все нормально. Да, визуально все нормально. Тесто не подгорело же. Конечно. Это что-то, знаешь, такого муссового получилось. Угу. Мила, держи крепко тарелочку. Вау. Ничего себе. Можно посмотреть. Посмотри. Красота. Ого, она так. Ну, на часах уже 3 часа ночи, все, конечно же, спят, а я сижу и готовлю к защите курсовой. Первая наша курсовая работа, я делаю презентацию, чтобы, ну, и как бы мне было проще ее защищать, эту курсовую, ну, и выглядит как-то это по-цивильней с презентацией, чем просто стоять рассказывать. Так что делаю презентацию и готовлюсь, учу тему, в общем, готовлюсь к защите завтрашней курсовой работы. The place is grown all wide, 'cause I don't know if it'll be enough. Зашли случайно в буквоед, смотрите, сколько я всего открыла. Разных путешек. Это мы уже на море собираемся, потом домой будет. Покажу, что я взяла. Здесь вообще на самом деле очень много всего такого интересного, разные необычные конфетки, я люблю такое. Ребята, всем привет, хочу с вами немножко поболтать, рассказать вообще, как проходит у меня обучение, как я совмещаю два обучения, так что сейчас отвечу на все ваши вопросы, которые вы задаете, ну и еще кое-что расскажу интересное. Давайте начнем с того, как вообще у меня проходит обучение, сколько мне еще осталось учиться. У нас уже закончилась начитка, у нас закончилась установочная сессия, и сейчас у нас полным ходом идут зачеты, мы сдаем. У нас получается, если я не ошибаюсь, 7 или 8 зачетов, 7 экзаменов и 2 курсовые работы. Это вот то, что нам нужно сдать за 3-й курс. Многие, кстати, спрашивают, на каком курсе я сейчас учусь. Я учусь на 3-м курсе, факультет журналистика. Каждый год об этом говорю, но, видно, появляются новые подписчики, и каждый раз возникают эти вопросы. Так что сейчас у нас полным ходом идут зачеты, экзамены, поэтому я очень мало снимаю, так как нужно готовиться к билетам, учить все, плюс еще, например, в защите курсовой нужно подготовить презентацию, подготовить защиту, в общем, много всяких нюансов. Просто поверьте, что сейчас, на данный момент, все мое время, свободное и не свободное, занято учебой, что порой реально не успеваю даже смонтировать элементарный сторис в Инстаграм. Параллельно учебе в университете у меня еще проходит обучение нумерологии. Я тоже про это вам уже рассказывала. Я приобрела курсы по кармической звезде, и сейчас прохожу тоже еще и эти курсы. Конечно же, что я, в принципе, ожидала от этого всего, я не успеваю совмещать полноценно 2 обучения. Сейчас у меня в приоритете в любом случае университет.
В итоге получается, что по нумерологии вышло уже 6 уроков. Из этих 6 уроков, а уроки у нас идут по 2-2,5 часа, я посмотрела только 2 урока. Это личность и духовность. Боже мой, нет, я вас обманываю. Я посмотрела только урок личности. И все, больше я ничего не посмотрела. Вот так вот. Но ничего страшного, так как совсем скоро у меня заканчивается обучение в университете. Почти все мы уже сдали. А про оценки, про все остальное я вам расскажу уже после того, как я все сдам, потому что я, честно говоря, не очень люблю делиться всем этим до того, как я получу что-то, да, до того, как я дойду до своей цели. Поэтому про оценки и про то, как проходили у нас экзамены, я вам расскажу в следующем влоге. А про что я вам говорила? Я уже забыла. Я вспомнила, про что я вам говорила. Я вам говорила, что совсем скоро у меня заканчивается обучение в университете. И мы уезжаем на море. Да, я уже жду, не дождусь, когда мы поедем на море. Конечно же, еще очень много вопросов было по поводу того, будешь ли ты снимать влоги с моря. Конечно же, влоги будут, я буду стараться их снимать. Ну, не каждый день, но через день буду стараться выкладывать, потому что все-таки хочется немножко отдохнуть, так как за эти 2 недели я реально очень устала. Я ложусь где-то 2-7 встаем, и такой вот полностью загруженный график, меня это выматывает конкретно. Я не представляю, честно, как можно учиться на очной форме обучения, плюс еще совмещать работу, какие-то свои увлечения. Это просто каторга. Я вот 2 месяца так в таком темпе живу, и за эти 2 месяца я капец как устала. Просто. А сейчас же еще и сессия, экзамены. И получается, что реально ты в 2 ложишься, в 7 подъем, потом ты идешь на экзамен, на зачет, домой приходишь, готовишься к следующему зачету, опять ложишься в 2, и вот этот тут бесконечный круг, это просто капец. Ладно, я не хотела вам жаловаться, и не хочу жаловаться. Так что, совсем скоро мы едем на море, и по дороге на море я уже буду смотреть все эти уроки по нумерологии, буду все записывать, конечно же, там тоже нужно будет учить, там нужно выучить все арканы, их 22, нужно понимать, что каждый аркан значит, у каждого сектора, вроде бы, да, например, 12 аркан, но в личности и в карьере это совсем разные характеристики, и по-разному эти арканы расшифровываются, так что все это тоже нужно будет учить, но это уже в удовольствие, это я уже буду ехать на море и с кайфом наслаждаться и смотреть все эти уроки. Помимо этого, я еще приобретала марафон у Кристины Егиазаровой. Это все у меня произошло за 2 недели, представляете, сколько всего. Ее марафон я прошла от и до, даже сделала несколько разборов, посмотрела все 3 урока, уроки по 3 часа, плюс делала домашки, в общем, очень понравился этот марафон. Так что этим марафоном я осталась довольна. Ну, а полное обучение у меня еще впереди. Смотрите, какая у нас черешня. Сейчас прям классная черешня, прям плотненько. Знаете, я люблю, когда она не мягкая, а прям такая плотненькая. У каждого по одной черешенке. А у меня макарошки. Ну, черешенка тоже. А еще ездили на рынок, взяли сыр. Ой. Кстати, вот этот чай очень вкусный. На рынке мы его не взяли. Нет, этот чай не на рынке, это на Валберсе. А, на Озоне. Да. А сыр взяли на рынке, очень вкусный, такой солененький, и помидорки. Армянский, да. А еще же мы взяли такие вот априкосики красные, смотрите, прям оранжево-красные. Я думаю, будут сладкие, вкусные. Нет, вообще не сладкие. Как-то подстава. Наконец-таки настал тот день, когда мы перебираем купальники, смотрим, что мы берем. Да что ты мне свой оранжевый этот кидаешь? Наконец настал тот час. Смотрите, новый купальник. Когда бардак увидел я у вас. Да блин, опять она свой оранжевый сидит. Смотрите. Да, слушайте, 600 рублей купальник, представляете, был. Значит, низ я взяла. 349, это Шанель. 249. Ну так вместе же. 600. Низ XS у меня. Я не знаю, а меня тусы за одну цену продают. Папа! Короче, смотрите, его можно по-разному тут носить. Можно вот это вот, чтобы было сверху, то есть через шею перекидывать. Можно, чтобы это было сзади. В общем, вариантов очень много. У мамы точно такой, только оранжевый 10XL.
Вот, короче, перебираем, смотрим, выбираем. У меня тут еще такой вот есть яркий купальник. В общем, купальников у меня, оказывается, много. Это мой. Это Милан. Это мой. Я, правда, честно говоря, про многие купальники это позабывала. Мой. Да, это мой. Еще тут черный у меня есть. Это мой. Вот, видишь, это мой. Это что? Так ты даже не знаешь, что это. Это купальник? Завязываешь, получается? О, смотри, метрик подходит, кстати. Да нет. Вот, это мой. И такой вот тоже яркий, смотрите. Вот, да, это мой, красивый. Да, как его завязать? Можно. А потом будешь на море смотреть. Короче, понимаете, да, у нас тут очень завязывание купальник. Кстати, я на Ютубе, по-моему, показывали, в Инстаграме где-то показывала. Они уже забыли. Это как будто бы трусы. Ты чего? Вот так вот. Значит, у меня проблема. Я уже взяла 6 купальников, а мне надо еще 3. Что делать? Значит, мне вот этот очень нравится купальник. У него такая грудь всегда хорошенькая. Вот это тоже очень классный купальник. Главное, тут панаму не забыть. Нет, это панаму не нужна. Вот этот купальник тоже классный. Блин. Но понимаете, я ж не могу 10 купальников взять с собой. Что делать? Такая прекрасная сегодня погода. Какой прекрасный день. Сегодня сдали мы историю зарубежной журналистики. И сдавали еще сегодня курсовую. Получается, у нас была защита курсовой работы и контрольный экзамен. Вот. Смотрите, как красиво сверкают туфельки. Кстати, я же в них попала, помните, под дождь? И они у меня полностью прям промокли. И вроде, смотрите, ничего, не расклеились. Это я позаказывала кучу всего на Валберисе. Здесь, короче, много разных сережек, много разных очков. Сейчас будем все мерить, примерять. Я вам, конечно же, буду что-то показывать, но, наверное, не все, потому что у меня садится телефон. Тигровая оправа. Ого, это не косые кривые. Синее стекло, тигровое оправа. Да это у меня бровь одна выше другой. Да нет, еще и кривые косые. Мне вообще не нравится. Ладно, меряем дальше. Вот эти вот я. Ну, сейчас будем из этого выбирать, да. Тут очень много всего. Смотрите, какие сережки в итоге я выбрала. Вот такие вот. Они, конечно, супер тяжелые, прям металлические, полые, но выглядят супер стильно. И вторая моделька – это вот такие вот ракушки. Тоже очень красиво сверкают и вообще, в принципе, выглядят. Мне прям понравились. Так вот они выглядят. Сделала себе вот такой вот маникюр. Френч мне прям очень нравится. Слушайте, сделали за 1,5 часа супер быстро. Здесь очень много разных цветов.